В отличие от Фейсбука, Твиттер стал очень удобным для чиновников. А это и есть уязвимая часть казахстанской политики. Нашими разработками не интересовались ни в Совете Безопасности тогда, ни в администрации президента. Государство тему регулирования понимает... Запретить. Возмущение внутреннее, когда... Люди, между прочим, в большей степени сами политики, начинают говорить, что политика – грязное дело. Социальные сети – это такое очаги гражданского общества. Вот ну, ты говоришь, вот критикуешь, даешь какие-то оценки. А там тишина. Да. А там тишина. Если вы позвоните, что? Аким в обморок упадет? То есть я хочу услышать такую живую мотивацию, а не просто там, скажем, отчет, согласна, да. Если ты не занимаешься политикой, то политика будет заниматься тобой.